волновался, взяли мы камеру или нет. Он ест, он скрывается, потому что он ест. В общем, ребят, короче, сейчас попрем на рыбалку. Они решили в Клепики ехать. Но там не это, не интересно. Вон все, все, да закрывай этот. Вот, ребят, короче, попрем в Клепики. Я хотя бы и не хотел туда, потому что мне и так надоели. Хотел новое место. Ну ладно, прем куда прется. Давай, заводи. Мы приехали. Тут вот переобувки, сапог. Сейчас будем ставить палатку. Вот мешочек у нас тут, все дела. Темно, правда, но это я просто сказать. Сегодня, наверное, особо не будем снимать. Может, только у костра. Повесили на дерево такую вот лампу. То есть у нас освещается берег. Ну, тут ничего не видно. Но, в общем, пока обустраиваем свой лагерь. Нормально. Свет горит, дров принесли. Не знаю, сейчас, наверное, не видно, утром покажу. Поставили палатку. Вот, сейчас занимаемся костром. Вот. Там вот, не знаю, будет сейчас видно, вон светлячки. Попалась маленькая плотвичка на жареху. Короче, быт у нас тут грядет. Сейчас будем доставать сковородку скоро и жарить. Да, Андрюх? Да. Сейчас я к тебе приду. Ну-ка, светани. Да не, не сюда. Я вот показать снасть. Да, там не видно ничего. Ну, в общем, ловим. Во, вот так, во. Вот. Такие пластмассовые ракетки. 150 рублей стоят, падлы. Короче, за начало положено. Да? Вот, братва, пошла у нас жареха. Картошечка пошипела. Готовим ужин. Взяли вот такое вот отличное масло. Селяночка нерафинированная. Очень вкусное. Вот. У нас тут все подготовлено. В общем, пока получается все довольно-таки неплохо. Приспособили сковородочку вот чугунную, настоящую. Вот такое у нас строение тут. Вот съемка уже идет. Нет, а вот это, чтобы было видно. Видно? Угу. Вот, ребят, бомжкрафт. Короче, засыпали лучка уже сюда. И сало. Дай поближе сейчас приближу. Чтоб прям это, весь вкус передать. Ну-ка, Андрюх, ты сюда свети. А? Это блюдо? Картосало, блин. Жареха от бомжа, картосало с луком. Картосало с луком. Пока больше поклевочек не было. Но все нормально. Андрюха уже пока жарит, половину съел. Ладно, в общем, готовим дальше. Вкусно? Ништяк. Вот. Ух, маленький. Неплохая. Я забыл, что такая. Цель помощи другая. О, а мы там поставили еще тушеночки греть и сало коптим на шампурах. Вообще темнота, но тем не менее. Нормально. Что, ребят, короче, в палатке я замерз. Один товарищ там спит. Андрюх тут спал. Я вот сейчас сидим в машине. Хотел пока показать новые приобретения. Новые подгоны. Вот. 21 грамм взял такого. Кастмастер еще. Люблю я это дело. Только он теперь такой золотого цвета. Попробуем его. Потом такая вот фирма. Блесенка. Колебалочка. Довольно-таки, не знаю. Мужик сказал, вроде уловистый, рабочий. Одну я которую хотел. И мои любимые новые рыбки. У меня вот таких еще не было.
Блин, взял, правда, груза еще по 12 грамм. Но для пры, конечно, тяжеловато. Что-то я не подумал. Надо было грамм по 8, по 10 брать. Потому что я сравнил с той, как у меня была. Вот как вот это вот моя зеленый мой уловистый дурак. Потом взял опять излюбленную. Мне очень понравилась белая рыбка. Вот такая вот беленькая, с чуть желтоватым, не знаю, передаст сейчас, нет. Написано самлет, не знаю, вот. Такая вот белая совсем рыбка. И вообще мне приколюха такая приколола. Во, как гусеница какая-то. Такая вот длинная, с таким хвостом. Пузатые длинные гусеницы. Вот, в общем, новые приобретения. Будем их пробовать. Также у меня с собой удочка. Все, червь, опарыш. Взяли еще, кстати, эту. Купили кукурузу сладкую такую. Попробуем, что она из себя будет показывать. Всю ночь, кстати, лил дождь, поэтому у нас с дровами сейчас это... Ну, в общем, короче, с дровами непонятки. Как сейчас будем завтракать? Вчера, что успели, эту байду жирный наелись. Вот. Короче, время 4 часа. Не знаю, сейчас будем думать, что завтракать, как. Может, сырым что-нибудь сожрём, не знаю. Вот. Только что прошла неплохая поклевка. Что там? Мелочь. Мелочь. Нет, крупный немножко. О, какой экземпляр. Решили попробовать открыть кукурузу. О, какая, ну-ка, вкусная. Вот это. Ничего, нормально. Для пердежа. Да. Вот, время 6 утра. Мы жарим сосиски. Помыли сковородку. Развели бушкрафтерский костер. Вот так вот. Сердцевину из дерева сухую выкорчивали. Вот уже светает, но еще плохо пока видно. Но тем не менее. В общем, готовим. Готовим завтрак. Все должно быть очень вкусно. Папа может сосиски. В общем, жарим. Помыли вот еще картошечки. Запечем в углях. Вот, нашли лавку. Лучка порезали. В общем, все идет полным ходом. Вот уже как светает. Андрюха решил на удочку попробовать. Вот мы тут так располагались, палатка. Ну, потом расцветет. Поподробнее расскажем о палатке. В общем, все нормально. Но тем временем у нас вот такая вкуснота готовится. В общем, сейчас скажу вам, сколько сейчас времени. Вот так выглядит моя морда на сегодняшний день. Время 6:30. Вот так мы спали, вот палаточка. Палатка показала себя, не знаю, кто-то спал в луже, кто-то нет, но все нормально. Вот такой здесь предбанничек. Вот я брал этот, не знаю, помог он нам или нет. Спальный мешок, высокий. Кстати, потолок мне понравилось. То есть втроем, тут вчетвером легко можно спать. Вот. Лужи, дождь лил 5 часов. Не переставая. Вот. Так, в общем, вот такие здесь мели, потому что ночью располагались. Я уже навострил спиннинг. Повесил испытывать вот этот вот. Блин, сумерки просто плохо сейчас это наводится. Белую рыбку
Пойду туда посмотрю, там удочку закинули. Во, была поклевка. О, мелочь опять. Одна мелочь. Вот то ушла. Семен Семенович. А то ночью я показывал. Вот у нас, блин, у тебя опарыши все поползли. Кукуруза. Делали бутерброд из кукурузы и с этой, как его звать-то, с опарышем, да? Да. Там вон места, я смотрю, то есть туда можно сейчас мы покушаем, сходить со спиннингом. Возможно, поймаю щуку, и потом тут у нас один товарищ, он решил остаться инкогнито. Вот. Он, короче, будет, сказал, я ее почищу, сам пожарю и съем. Так что есть стимул. Сейчас вот покажу, что у нас тут пока в нашем садке. Кто-то говорил примет, что нельзя доставать. Но нам. О, смотри, я поймал даже мидию. Вон она. О, коту Ваське. Что, будешь такую жарить? Нет? Вот так вот. В общем, ладно, что, будем продолжать. Будем продолжать развлекаться. Бомжкрафт на реке Пра. Не переключайтесь. Так, ребят, короче, пожарил. Сейчас будем снимать. Такой у нас. Как ты говорил, Андрюха, это называется? А? Ну вот чем снимают сковородки? Чапельник? Вот у нас такой чапельник. Там неплохо чапает. Короче, что, будем жрать. Всем столу. Ну, конечно, уже пожрал вот немножко. Вот, в общем, накрыли стол. Приятного аппетита. Спасибо. Сейчас будем пробовать. Блин, вкуснятина. Лучка. Дай поесть, блядь. В общем, классно. Блин, посолить лук забыли. Yeah. В общем, все, мы кушаем и собираемся рыбачить. Да. Yeah. Так что... Запей. Очень вкусно. Нашел я, да. Ну, вправо, где от нашего места, и дошел вот до такого рукава. То есть дальше по реке я уже вправо в ботинках, в обычных, пройти не могу. Нацеплял собачек, но уже половину их отстегнул. Вот. Там вот какие-то расположились с лодкой, тоже с кормушками, со всей лабудистикой там толпа. Сейчас попробую обкидать вот этот вот рукав. Вот так, изведать надо. Я здесь ни разу не был. Новое место, это уже для меня интересно. Всяческих грибов тоже много. О. Непонятных грибов, зонтиков. Всего полно. Рукав этот совсем мелкий. В основном с грязью выходит. Нашел вот какое местечко. Столик. Розжиг даже оставили. Оставили батарейку, лук, седалище. Вон тут дров даже вот запасли. А мы вчера искали, до суда не дошли. От ветра вот такая тут. Довольно-таки, кстати, место. Ну, если так смотреть, то довольно-таки приличное. И свинства, мусора такого нету. Подъезд вот хороший. Дорога дальше уходит куда-то в небытие. Сейчас вот тут как бы идет тропа, но я не знаю. Речка получается основная идет вон там. Вон там вон она проходит. Я не знаю, смогу ли я туда дойти или нет. Сейчас вот поднимусь на бугорок, посмотрю, куда поведет дальше эта тропа. Вот. Тоже бутылки какие-то, склянки.
Тут вот они, тропы, аж целых три. Ну, это, наверное, отдалит меня в лес дальше. Так. Ну так, чтобы кто тут не был, чтобы просто снимаю, показать, что здесь есть. Тут вот тоже протекает какая-то канавка. Дует теплый ветер в лицо. Ну, я ее могу пройти, но я не знаю, выйду туда я на реку. Но наверняка где-то выйду. Просто стоит мне туда идти или нет. Не знаю, или пойти обратно. Ну, сейчас я вот по этой тропе, вон туда, вон, не знаю, сейчас измокну, ну да хер с ним, зато посмотрю, куда я выйду. Короче, попал я в какую-то канаву. Тут что-то вообще... Там вон вижу вдалеке, как перегораживали, когда разлив. Вот. Сооружения такие. Не знаю, ну туда идти просто. Там вон я вижу дальше опять вода. Вот такие вот тут. Даже лугом это я назвать не могу. Сейчас пойду по другой тропе, посмотрю. Выйду, нет. Если выйду, то покажу. Если нет, то пойду обратно тогда туда, в сторону лагеря. Может, на удочку сейчас, на червя попробую. Ну так, ради галочки, отчетности. Посмотрим. Вот, сейчас вот я поднимусь на приступ, даже выключаться не буду, потому что вот я уже поднимаюсь. О, так, я вышел дальше на реку. Все нормально. Ситуация под контролем. Вон мужик ходит. С удочкой. Тут вот такое вот место. Опять туда в заводь уходит. Ну, наверное, там я дальше не пройду. Но здесь вот сейчас под эту коряжечку покидаю. В общем, собираем манатки. Собираем палатки. Вот. Сейчас это... Ну, что-то вообще одна мелочь. Он клюет, всю ее выпустили. Ну, куда ее такую? Река мелела, надо было все-таки ехать на Аку. Че, мы не будем в Тюково заезжать? Сейчас заедем, короче, в это, в Тюково, там, может, карась. Ну, так, на удочке чисто попробуем. Вот, сейчас, в общем, будем собирать пока. Так что еще не прощаемся. Ребят, приехали на такие вот заливные канавки. С канавки, да? Как луга, вот как выглядит. Довольно-таки интересное место. Хотим попробовать тут карася. Сейчас вот достал удочку. Попробовал глубину, то есть не до максимума, но уже вот полметра уже есть, вот в таком вот месте. Вот, поэтому сейчас как бы, ну нифига, у тебя поплавок козырный какой. Поэтому сейчас расчехляем, сейчас опарыш, червяк, сейчас все испробуем, кукурузу мы выкинули. Сейчас обзор поплавка покажу, какой поплавок интересный. О, прям карасевый. Ну все, будем показывать, короче, сейчас вам. Это мы на дороге, на такой, на заброшенной дороге, ужасной. Но по направлению в Тюково покажу дорогу. Она такая экстремальная. Вот такая вот дорога. Велосипедист дед поехал. И по той стороне, вот. Она вся в ямах, конечно, но если ловится, то мы скажем... Я места не жму, вы знаете, я всегда говорю. И там вот по той стороне тоже текет. Там основная, как бы самая глубокая должна быть. Ладно, в общем, сейчас будем, ребят, пробовать. Малышка. Вот он. На опарыш. Пшикнули анисика. Ну что, нормальный экземпляр. На жареху-то. Красив, вкусный, я их вообще люблю, они сладкие. Вот, а я ловлю на бутерброд. Вот, отпускаем, видите? Ребят, попался гигантский ротан. Заглотил до жопы. Вот, больше ладони. А, Андрюх, пинцетом.
чуть-чуть перебазировались. Тут вроде ветерка поменьше, чуть потише. Вон ему его на котлеты. Он хотел крутить там. Плавники резать. Короче, попер ротан. Такой неплохой. Но все с пинцетом. Заглатывают, аж до задницы крючок торчит. Так что все нормально. Сейчас будем его вытаскивать и заниматься. Плавочек мой. Наверняка там что-то есть. Я понял, что... Ну, так чуть-чуть подергивает. Может, даже там кто-то сидит. Ну-ка. Сейчас попробую вытащить. Ротан, ну мы поняли, что карась тут есть, потому что чмавкает так солидно. Нет, никого нету, на удивление. Я ловлю на червя. Но карась тут есть. И всплески, и такие вот эти чавканье, чмавканье. Поэтому, как бы, может быть, на какую-то другую наживку стоит и попробовать. Уток тут много. В общем, ладно, сейчас будем уже собираться, потому что мы приехали не за ротаном. Все-таки сейчас отпустим этих вот. Они, кстати, живучие ротаны. Но сейчас их выпустим нахрен. Нафиг они не нужны. Вон он, живучий. О, ушел. Сейчас всех повыпускаем. И прям ловил даже без этого. Как говорится, без поплавка прям просто вот так вот поиграешь у ряски. Клюют на всю фигню. Во. Ну, примерно. Страх. Сука. Упал. Морозота. О, клюет. Давай, вали отсюда. Может, он сам уже и клюет мне? О. Да это сейчас можно вообще наловить легко. Сейчас прям даже попробую вот так вот подергать в прямом этом эфире. Вот так вот. Не знаю, видно, что я показываю. Прям вот так берешь. Раз. Не знаю, может, сейчас и не возьмет. Ну, вот примерно вот так вот. Вот он. Мы видели? Вот вам, в прямом эфире. Так что, ребят, с вас лайк. Фу, блин, падаль. Вон он, маленький. Но зато в прямом эфире. Это не хухры-мухры.